Масштабную акцию по традиции провели в Самаре. В годы войны Куйбышев, как тогда назывался город, был резервной столицей. Туда переехали советское правительство, партийный аппарат, дипмиссии иностранных государств. 7 ноября 41-го в Куйбышеве, как и в Москве, состоялся военный парад. И сегодня в Самаре провели марш в память об исторических событиях. В этом году акцию посвятили героям Советского Союза. Их фотографии несли в руках школьники. Торжественный марш также организовали в Ульяновске. Затем начался митинг памяти. В нем приняли участие сотни горожан.